Оу, поняли. Я извиняюсь, а ты босс, да? Это с Диабло когда? Дьявол? А, дьявол, точно. Проснулся. Джотара. Чилит чё-то. Обычно, когда мне звонят, я так делаю. Я вообще подумал, что он время остановил. Алло, Джотара, я выследил босса мафии. Прикольно. А зачем? Ну, чтобы забрать у него стрелу. Забрал? Нет, съездил в Египет за другой. Красавчик. Кстати, съездил. Я теперь на инвалидной колеснице передвигаюсь. Сможешь с фондом спидвагона насчет протезов договориться? Встреча с боссом прошла не очень удачно. Посмотрите, что они сделали с моим мальчиком. Чего? Алло? Алло? Чё? Кинул Полинаре. Джотара, блять! Придется действовать самому. Я ждал. Типа, я ждал таких. По какой причине? По какой причине Полинаре не связался с Джотара, да? Ага. Вы ведь собираетесь выяснить личность босса? Нет. А что? Кто это? А, ну извините тогда. Я ждал таких, как вы. Вы ведь собираетесь выяснить личность босса? Нас оследили! Как он узнал? Не пытайтесь выяснить личность босса! Чё, почему ты такой широкий? Что? Почему все такие широкие, кроме Джорно? Да Ранчо тоже огромный, да? Ага. При том, что он мелкий, по идее. Ну ты же помнишь, какой был Коичи? Ну да. Соследили! Как он узнал? Неужели? Джорно, отключай! Да сука! 15 лет этой хуйней занимался! Видимо, придется звонить Джотара. Уже в другой шмотке. Ага. Алло, Джотара, приезжай. Мы должны уничтожить босса. Кого? Босса мафии. Я звонил тебе 15 лет назад. Забыл, что ли? Ты ебанулся? 15 лет назад мы с тобой еще не были знакомы. Да? Ну, может, и я забыл. А может, и кое-кто другой. Неважно. Пригони в Италию! Может, и я забыл. А может, и кое-кто другой. А, это типа не состыковочка, что ли? Да. Я не знал, что там такое есть. Возможно, я просто не вдавался в подробности. Неважно. Пригони в Италию! Италия? Я перезвоню. Слушай. Приходи на стрелу. Коичи, ты еще в Италии? Нужна твоя помощь. Да иди ты нахуй, Джотаро-сан. Не понял. Я говорю, меня опять обокрали. Пришлите мне еще денег, Джотаро-сан. Та-да-да-дам, та-да-да-дам. Я буду ждать вас в Колизее. Джотаро, срочно гони в Колизей. Встречаемся через 2 часа. Как я за 2 часа из Японии... Дед! Училати, я спрашиваю, что это за парень рядом с тобой? Это Триш, дочь босса. Что? Да, я Триш. А, извиняюсь тогда. Ты совсем долбоёб, что ли? Ты! Я извиняюсь, а ты босс, да? Чего дьявол сделал это таким кудрявым? Да. Я поищу Бучилати. Аэросмит! Наранча! Наранча! Злой дух ступеней. Ага. Если хочешь, стань моей. Там что было написано что-то? А, злой дух ступеней. Если хочешь стать моей подстилкой, спустись на 2 ступени. Если же хочешь умереть, поднимись на 2. Томственно отсталый?
Кажется, разлагающийся Бучелати сейчас представляет большую опасность, чем ты. Но так уж и быть. Убью тебя первым. Что? Спустился. Значит, хочешь стать моей подстилкой? Как? Что за альтернативный пиздец? Джозеф? Да. Суперстар? И Джотар? Ага. Ты проиграл только по одной причине. Ну! Где-то уснул, по-моему. Его, если чует, дьявол зовут. Да у него инсульт! О май гад! Его, если чует, дьявол зовут. Да у него инсульт! О май гад! Бесполезно! Кейн Кримзон! Что бросено? Саворно! Невозможно! Как босс мог проиграть со своим стентом? Важен лишь результат. Ну, Джотар, а то время останавливает. Здорово, Польнарев. Здорово. Не вставай. Сука! Я уже, честно говоря, забыл, как там у дьявола работал стенд? Он время откатывал, да? Да, по-моему. Или что-то типа того. По-моему, да, откатывал время. Капец, память, что с тобой? Что ты такое? Не так давно же смотрели, года еще не прошло. Надо пересмотреть. Ебать, столько времени нету, Настя. 5 сезонов пересматривает. Устроим на стриме, да, пересмотр? Да. О, а у Джотара время именно останавливает. У того, да, были манипуляции со временем, а у Джотара именно тоже манипуляции, но такие... Мгновенно останавливающий. Да. А, пишут, стирал время. Да, ну да. Типа ты поднялся по лестнице, а он сделал так, что ты не поднялся. Ну, это не он делал, это с Дио было. С лестницей. Да? Разве? Да. Разве? Да. Ну, как он, по-моему, это Польнарев поднимался в здании, когда такой, типа, пошел один к Дио. А. Ага. А Бучелати еще было. С Бучелати, Бучелати просто опиздюлился. Ну так понятно, что он раньше сдох. Умер, в смысле, извините. Ну да, там тоже что-то с лестницей было. Немножко по-другому. Память, память, нахуй ты нужна? Старость, не радость, маразм, не радость. Ну да, раз, говорят, стирал, значит, да. Всем спасибо за просмотр. Да, надеюсь, понравилось и было интересно. Пиши комментарии, ставь лайки, залетай на стрим и смотри другие видео. Пока.